Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу прямо из краев вулканов. Выставка продажи «Икра и рыба камчатская» расположена у торгового центра «Премьер». Витамины и микроэлементы весной для организма жизненно важны. В морской рыбе их в избытке. На прилавках белорыбица, нерка и гордость продаж – самый крупный вид тихоокеанских лососей – чавыча. Я купила икру, купила чавычи слабосоленые. Я всегда хожу на их выставку. Очень вкусно и нравится. Хожу уже постоянно. Белорыбицу мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. Ну, конечно, брала. Брала еще чавычу. Тоже очень вкусная. Все вкусные рыбы. Также на выставке продажи «Икра и рыба камчатская» есть и другой камчатский деликатес. Это икра. Состав натуральный. Как уверяют продавцы, только соль и сама икра. Она богата витаминами А, Д, Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Икру в баночках брать – это неизвестно что. Поэтому здесь, хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Купила белорыбицу и чавыча. Бабушка очень захотела. Я вообще люблю красную. А этот заказ был для бабушки. Нормально, хорошая. Любую ем. Вот. И в холодном копчении горячего покупаю. До главного праздника православного мира – Пасхи – остались считанные дни. Порадовать близких вкуснейшим угощением в праздничные дни хочется каждому. И украсить стол красной рыбой или икрой – прекрасная идея. Особенно, если это продукты высокого качества и непревзойденного вкуса. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные, любимые рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 16 апреля. Выставка-продажа «Икра и рыба камчатская» ждет вас.